Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Афиша». А в нашей программе речь идет о местном искусстве. Мы рассказываем о выставках, концертах, о театре, о том, что происходит в культурном пространстве нашего города. Я не устаю повторять, главная задача программы «Афиша» – пропаганда творчества местных деятелей искусств. А еще «Афиша» – авторская программа. И ответственностью несу я, редактор программы. Я высказываю свое мнение, и с ним можно не соглашаться. Я же выбираю, что поставить в программу, а что нет. Сегодня у нас будет несколько сюжетов. Премьера в театре «Оперетты». Две выставки. Одна в выставочном зале «Союза художников», другая в галерее «Турина гора». А также два концерта. Концерт-презентация диска в клубе «Зебра» и концерт духового оркестра. А в финале нашей программы я расскажу о том, что намечено на ближайшее время. Эта история поучительна и современна во все времена. Музыкальный спектакль «Моя прекрасная леди» – ремейк известного классического произведения. Сюжет там прост. Профессор филологии восхищен извращенной манерой говорить молодой цветочнице. И путем долгой дрессуры девица становится леди, и этот ботаник в нее втюрился. В постановке художественного руководителя театра Владимира Филимонова история осовременена и перенесена частично в Москву и в Лондон. Но главная идея сохранилась. А с тех времен, когда был написан оригинал, конфликт остается. Улица говорит совершенно на другом, своем языке. Современное понятие «культура речи» срабатывает только в одном. Незначительное ограничение ненормативной лексики, то есть материться надо уместно. И рамки приличия отодвинутся. В идее спектакль, конечно, поучителен. Да и так веселенький получился, музыкален, сцены в России колоритны, девицы такие обыкновенные, реалистичные, а Лондон такой игрушечный. Так и должно быть, так как смешение двух языков превращает эту историю в абсурд, уводит в определенную режиссером условность. Внешнее становится фоном для решения любовной линии. Романтизм в этой филологической драме побеждает, любовь она и языковой барьер перешагнет, и культурный шок ей не помеха. В своем рейтинге театра музыкальной комедии я бы на первое место этот спектакль не поставил, но он такой ровный, уверенный середнячок, и даже прекрасная работа Дмитрия Иванова в роли профессора не вытягивает спектакль, но посмотреть его интересно и еще, повторюсь, поучительно, что редко бывает с легким жанром в натуре. Давненько Владимир Исакович Каминский не показывал столь объемную выставку. Художник он в городе не просто известный или там популярный, он есть, его знают. Каминский и все тут. Это знак достоинства, стиля. 60 Владимиру Каминскому, и он, не скрывая это, называет выставку 60 на 60. Что имеет в виду, неизвестно, не говорит, а я и не спрашивал. Живопись Каминского – яркое пятно в местном изобразительном искусстве. Он не стесняется цвета, и рисунок его стремителен. Любит этот художник похулиганить, мало ему места в традиционных рамках, да и нет у него почти таких традиционных работ. Каминский не просто график, живописец, он все же практикующий дизайнер. Такой разносторонний художник. Я как бы хотел намекнуть на то, что у меня еще есть силы, да, что вот этот творческий процесс, он не сваливается в прошлые годы, что я еще как бы потенциален, что могу еще работать. Я хотел показать более период такой короткий. Для художника свойственно заниматься всем. Если мы обратимся там, к классикам живописи даже, они всем занимались. И рисунком, и живописью, и архитектурой, и дизайном, и изобретательством. То есть для художника ничто не чуждо. Он как бы интересуется всем, он поэтому и художник. На мой взгляд, конечно, старые идеи разрабатываются, и новое – это всегда хорошо забытое старое, это все знают. И, в основном, найти что-то новое в живописи, не очень сложно. Все уже было. Просто время как бы накладывает отпечаток. Время, технологии. А спектр вообще возможностей человека, он ограничен.
каждом поколении художники разные очень. И поэтому как-то там идентифицировать очень сложно. Вот, потому что и в нашем поколении неоднозначное направление, очень много направлений было представлено. Ну и в современном поколении тоже. Как бы они просто по возрасту моложе, по паспорту. А вообще, ну, такие же художники. Есть интересные, не очень интересные. Есть глубокие, не очень глубокие. Есть там декоративные и реалистичные. Во всех поколениях это было и есть. Постараюсь, чтобы с этой выставки на следующую выставку ничего не попало. У меня такая задача на следующих выставках показывать минимум с того, что было уже показано. Эта выставка не ретроспектива, хотя показывает основные направления творческой реализации художника – живопись, графика, дизайн, фотография. Во всем есть у Каминского оригинальность, чувство меры и стиля. Последнее особенно важно для дизайнера. Что касается живописи, умеет художник найти тему. Чудесная серия с велосипедами, великолепны сиреневые кошки, натюрморты зрелищные, сочные, нет однообразия ни в теме, ни в манере. Может показать автор свое представление, как выглядит мир. Он у него немного ироничен и в то же время сентиментален, яркий в глубине. Его мир в движении, все крутится, размывается и превращается в прекрасное пространство. Все же он дизайнер. Весенний цикл среди художников нашего города первой открыла Евгения Октябрь. Небольшая экспозиция в галерее Турина гора называется «Предчувствие весны». А что, очень правильно. От дня Святого Валентина до главного весеннего праздника 8 марта всего-то 3 недели. Где-то здесь весна и начинается. Это если без метафоры относиться к названию выставки. Евгения Октябрь, только так ее надо называть. От того, что если просто сказать «Октябрь», то в известных художниках можно запутаться. Так вот, Женя нашла нишу в искусстве, где не надо быть выдумщиком, где можно не придерживаться правил жанра, где есть свобода. Хочется писать подсолнухи, пожалуйста, легко и размашисто. Захотелось лирической эротики, появляются намеки и недосказанность. Сюжетность тоже просто, стремительная коррида резким мазком. Цветы, бутылки, все такое красочное, легкое такое искусство. Попса, наверное. Так и затягивает молодого художника в массовую культуру. Когда нет страха, жажды, невыносимости бытия. А есть уже спрос, близок коммерческий успех, а значит независимость. В творчестве Евгения Октябрь настоящий период, может, тоже пока только предчувствие весны. Есть же среди цветочков целое поле, так незамысловато погружающее в состояние ранней зелени. Совершенно другое искусство, идея другая. Весна, она так медленно начинается. Сначала ты ее только чувствуешь, потом она взрывается ярким солнцем, а потом заполняет все. Но потом в природе снова осень. Барнаульский концертный духовой оркестр выступает раз в месяц. А каждый месяц у нас есть праздник, коли нет, повод найти можно. Вот в апреле, например, будет традиционная программа «Парад солистов». И этим же апрельским концертом оркестр закрывает сезон. Ну а в феврале концерт называется «Когда мужчины говорят» и посвящен, конечно же, празднику День защитника Отечества. Маленькое отступление от художественной темы. По-моему, странная формулировка «День защитника Отечества». Насколько проще День вооруженных сил? Это получается День мужчин и женщин, причастных к вооруженным силам. А если я в институте учился? Да и армия мне не нравится. А отечество – другое дело.
не получилось у правительства адаптировать советские праздники к современным условиям. Вернемся к музыке. Естественно, что такая тематическая программа была насыщена патриотическими мотивами. Фантазия Евгения Крючкова «Память сердца» походила на ремикс из военно-патриотических сочинений прошлых лет. Оркестру удалось это произведение. Зал взревел в овациях. Еще в концерте принимала участие вокальная группа «Звезда», мальчуковый коллектив, так сильно напоминающий безвестно канувшую группу «Славяне». Начинали они похоже и имели какое-то отношение к западно-сибирским железным дорогам. Вокальная группа выглядит совершенной самодеятельностью конца 80-х. Забыли парней на заповедном полустаночке, а теперь вдруг вспомнили. Про вокальные данные ни слова, а репертуар удивительный, правильный. Впечатление от концерта странное. Профессиональный оркестр, имеющий огромный потенциал, прекрасную репутацию, вдруг делает какой-то конъюнктурный концерт вперемешку с детскими и самодеятельными солистами. Хотелось сказать, что это как коньяк с пивом, но больше похоже на бордо с квашеной капустой. Альбом «Рода Братцы» я уже показывал, и вот случилась его презентация на публику. Концерт группы «19» скромненько прошел в клубе «Зебра». Группа «19» — это проект Александра Куреева. Что значит «Рода Братцы» — неизвестно, скорее игра слов. А название проекта «19» — в этом есть своя какая-то логика. Любят наши отечественные рокеры в названии цифру 9. Проще всего, конечно, поступил Лазорин Сергей. Он группу назвал 9 и все, а здесь уже 19. Музыка Александра Куреева, которого многие знают по сценическому псевдониму «Мексика», такая умиротворенная лирика. Это не попса эстрадная с ее муси-пуси, это все же приличные сочинения, но слишком уж розовые какие-то. Одни названия композиции говорят уже о многом. «Сны», «Праздник сейчас», «Настроение», «Сдувает бисер», «Чувствуете? Пастораль», «Барашек», «Пастушок». Музычка приятная, альбом неплохо сведен, а что касается концерта, нету сценического коллектива наигранности. Это потому что проект чисто студийный. В концерте Курееву помогала группа Cover Club. Так что из «Рода Братцы» они показали только 6 песен, все остальное время отработали сами. А про них могу сказать, репертуарчик хороший, вся классика западного рок-н-ролла, от Пресли до Пинк Флойда. Только как-то безрадостно, без огонька, не было шоу. Ну, перепели, и все. В клубе кто-то танцевал, но чтобы зажигать, отрываться в полный рост, такого не было. А это уже какой-то качественно другой рок-н-ролл получается. Концерт прошел, а пластинку этого проекта «19» можно купить. Кто не знает Гришковца? Его теперь перед сериалами показывают. Если до эффекта телевидения Евгений Гришковец был загадочной театральной звездой, то теперь всенародный герой. И это, надо сказать, не безосновательно. Его спектакль «Как я съел собаку» вызвал фурор в театральном мире. Я так долго говорю про Гришковца от того, что теперь уже точно. 10 и 11 апреля он выступит в театре драмы и покажет два спектакля. Тот самый «Как я съел собаку» и второй одновременно. Так что, дамы и господа, готовьтесь, билеты скоро будут в кассах. Это, наверное, станет самым ярким театральным событием года.
еще в данный момент где-то идет война. Причем не только та война, про которую все время показывают по телевизору, а какая-нибудь, ну, еще какая-нибудь война идет. Много войны. То есть не то, что там... Просто в данный момент сейчас какие-то люди друг друга убивают. Вот прямо сейчас, в данный момент, какие-то люди друг друга убивают. И в лучшем случае, это выглядит так. То есть есть же какие-то военные люди, да? Ну, такие вот военные. Причем как-то почему-то мне кажется, что солдат и военный как-то вот это по-разному. То есть солдаты — это те, которые вот как-то ушли, и мы не знаем, что они там делают. Это солдаты. А военные, мы их видим иногда, например, можем увидеть их на улице, их как-то везут на какой-нибудь большой машине, везут военные, видишь, так вот. Или показывают по телевизору какого-нибудь генерала, любого, нашего, не нашего, хоть японского или английского. И всегда им задают любой вопрос им задают, а они всегда отвечают так. Вот вопрос прозвучал, они так подумали, и говорят, а мы не намерены, говорят. То есть, говорят, нет, говорят, не намерены, и все. Вот это военные. А солдаты — это что-то другое. Но военные люди, они же какие-то вот как, это же такие люди, которые, у которых есть специальная одежда такая, и не только специальные одежды, какие-то навыки, но еще есть такие, не то чтобы права и обязанности, просто они знают, что если будет другой военный, по-другому одет, он будет с другой территории, то его можно и даже нужно убить, причем, ну, при определенных условиях. А тот знает, ну, а тот не против, другой. Ну, собственно, он не хочет, но также и не против, потому что они как-то договорились. Ну, у них такие какие-то такие правила. И вот, допустим, идеальная ситуация, да, вот что сидит один военный, у него огнестрельное оружие, которое, кстати, ну, было профинансировано, его выпуск, и там такой непростой механизм. Огнестрельное оружие развивалось несколько веков, а у него последняя модель. Вот так он целится и видит другого военного, который с другой территории, по-другому одет. А тот его, в свою очередь, не видит. И вот так прицелился, нажал на курок, там сработал механизм, который делали не дураки. Дамы и господа, предчувствие весны скоро в культурном пространстве нашего города начнется весенний разгон. Не за горами Демидовский бал, одно из самых ярких культурных событий года. Чаще поедут гастролеры. Станет жить радостней и веселее. Скоро стартует ежегодная акция «Весна Барнаульская», в рамках которой городской молодежный информационный центр проводит первый конкурс современного искусства. За справками обращайтесь по адресу Чернышевского, 55. Работы принимаются с 5 по 20 марта. Это в марте. А пока 19 февраля в Краевом театре драмы выступает трио Валерия Граховского, программа «Джаз-бах». А 20-го в концертном зале Академии культуры Ленина 66 выступят лауреаты конкурса имени Чайковского Денис Шаповалов, Александр Вершинин. 23 и 24 в этом же зале симфонический оркестр исполнит музыкальные истории Моцарт и Сальери, а 26-го – Спартак. 25-го в КДМ-клубе вечеринка «Нео и кореша», выступит десяток барнаульских рок-групп. А 26-го, а может быть и 25-го, в Байк-баре группа «Письма в Непал» с программой «День майонеза». Несколько слов про выставки, что открылись на этой неделе. В городском молодежном информационном центре в павильоне «Открытое небо» свой проект представил Алексей Бирюков. 17-го в арт-галерее Щетининых открыли новую выставку «Этюды алтайских художников», а в галерее «Кармин» специальный проект «Признание в любви». Обо всем этом на следующей неделе подробнее. А теперь про кино. В кинотеатре «Родина», как всегда, несколько интересных фильмов. «Матадор», мультфильм Тима Бартона «Труп невесты» и новый фильм Стивена Спилберга «Мюнхен». А также два отечественных фильма «Дневной дозор» и «Сволочи». В кинотеатре «Искра» все тот же «Дневной дозор», «Другой мир», а также новый фильм «Спуск». А в кинотеатре «Мир» «Дом большой мамочки 2», «Блэд Рейн» и «Сволочи». До свидания, всего доброго, творческих успехов. Они не боятся ни бога, ни черта, ни даже советской власти.
А ты смерти не боишься, да? Потому что я в поле ветер, а в жопе дым. Чего хлебало разявили? Закопать. Галерея «Кармин». Собрание произведений искусства. Выставки, экскурсии, продажа картин и художественных материалов. Галерея «Кармин». Вход бесплатный. Жизнь словно дорога, которая пролегла через этот город. Его постоянство в том, что он всегда разный. Каждый год, каждую секунду. Он задает ритм нашей жизни. Такси «Мерси». Мы работаем для вас круглый год и каждую секунду.